Господи, столько МП5, МП7, что мне с ними со всеми делать? Красавчик. Тут, по-моему, что-то бывает. Вроде как будто бы я находил здесь. Никуда не подходит. А второй. А второй dash. Найти бы нормальное оружие какое-нибудь убойное. Так нет же, его здесь нет. То есть шляп. Болотах я. Пушку я нашел тебе. Тебе только броник надо найти. И шлем. Ну, по пушкам здесь МП5, МП7, УЗИ. Ну, стандартная. То есть Ground Zero. Ну. Ни разу не готовил ей. Вроде нашел. Сейчас проверю. Нет. Ты Тиму команду создал там? Я не создавал еще. Давай, заходи, создам. Я зашел, зашел. Сейчас палатки долутаю. Меня нормально резнуло. У меня очень далеко. 1,5 километра. Давай. Почти уже под Зеленогорском. Ого. Может, я лучше в твою сторону побегу? Я практически все залутал.
Сейчас ну только давай, две палатки забираю и к тебе тогда выдвинусь. А, давай, давай, давай. Надеюсь, меня не чпокнет никто. Тут вроде тихо. Было пару киллов, но в другом районе. А что 30 человек-то? Сейчас я это... Может, найду тебе чего интересного. Здорово, 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 Авилио. Спасибо, дорогой. С Новым годом тебя. Здоровечка крепкого. Чтоб все было чики-бомбони. Лучше, чем обычно. Чтоб жизнь радовала. Ой, отпраздновал отлично, в кругу семьи. За день до этого ездили с девушкой в лес, в домик, короче. У нее день рождения 30 числа было. Так что... Что за... Тихо. Казалось. Прям кайфанули. Кайф, кайф. Ну, я всегда праздную с семьей в основном, так что стараемся собраться по возможности, потому что все-таки такой праздник, я считаю, он семейный. А особенности сейчас, когда, знаешь, это дети взрослые, так хоть раз в году встретиться. Так. Это точно, это точно. Если есть возможность, то надо встречаться. О, бля, ничего себе, меня повыкидывало. Сторону. Создай ты группу. А, Ctrl G. Сейчас попробую, может, броник. В хант играли? Когда мы играли с тобой? Как-то играли? Да. До Нового года, наверное, уже. После Нового года не играли. Нет, после Нового не играли. Вообще играли нормально. У нас нормально прям катки были. Прям хорошо так. Такое ощущение, что они что-то поменяли, что сейчас начало залетать. Я вообще как-то сидел, стримил часов 5, хан. У меня там прям летело. Все, короче. Что тут лутать нечего. А, бля, я медичку не полутал. Ну ладно, хуй с ним. Может, забегу. Встану в эту сторону. Вип. Жмых. Как тебе новый ивент? Они какие-то все однотипные. Я вот не совсем разобрался с этой... вот это то, что там пацаны телепортуются за спину, это какая-то способность, что это такое? Типа телепортуются за спину, или это какой-то перк для сабли? А, для сабли, да? Вообще такая штука мощная, ну типа прикольная. Я смотрел ролики с этой херней и прикольно, конечно. Как чуваки там такие киллы смачные делают. Прям зрелищно. Самое то. Смотреть это, на это со стороны прям прикольно смотреть. Давай, блядь, ты сюда не влезешь, да? Ой, что выкинуть? Этот ебучий барабан выкинуть.
70. 80. 70-80. Сам Бог велел. Так, давай сюда. Ну, сейчас меня должны чпокнуть, блядь. Я тут стою. Забрал. Ой. Благодарю. Благодарю. Благодарю, спасибо. Спасибо, спасибо. Пиявочника можно шотнуть? Пиявочник, пиявочник. А, ага. Игроков там рубят, там берут, видимо, перк на усиление демеджа от ближнего оружия. И, короче, портуются за спину и дают пизды. Я прям смотрел эти моменты, прикольно выглядит. Нихера тут нет. Нужны зеленые шприцы. Косячок. Так. Вижу, вижу. Сам побежал ко мне, да? Да. Как отсюда выйти? Я зашел в здание, в котором не знаю, где выход. Ужас. Новые милишки, катаны, урон 165, с перком 200, а с берсерком просто 400. Ясно. Тогда понятно. Где-нибудь перекинемся с тобой. Так, держи. На тебе шматьё. Шлем. Ну это, конечно, пиздец. Вот это вот. Там с прицелом. Адреналинчик. Вроде все. А так. Больше ни хера нет. Обоим я тебе дал, да? Это на них обоймы или там только патроны на них? Наверное, сейчас посмотрю. Че вот такая есть, не знаю. Выбери сам себе. Какая вам больше нравится? Так, вроде все. Берсеркин бабосов шотает на секунды, а перку катаны такой, что на икс ты ножны ложишь и делаешь резкий выпад. Вот, я вот это читал, да. А, еще ВСС-ка есть. Дать ВСС-ку? Бро. ВСС-ку можешь взять. Не надо. Сейчас УЗИ перезаряжу. Обоим хватает? Да, да. Все подходят, да? Да, да. Пока пойдем, чтобы перезаряжать. Ты все? Остальные казармы все пролутал прям? Ой, да, да. Ничего. 9 на 39. Блять, нет таких патрон.
Ты броник нашел какой-то? А. Да, 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 стандартный. Выживал Куман Хуман, не пробовал, наиграли. Мы там какие-то 25-е уровни. Мы решили стопнуть, чтобы не портить вкус потом от впечатлений, когда она выйдет. Вот так это получилось. Да, да. Мы поиграли, там пару боссов убили. Стройку чуть-чуть разобрали, там товарищ машину построил, мы там мотоциклы, до мотоциклов развились. Что там еще Леша делал? Пулеметы там делали, да? Да. Ну и решили дальше не это, не портить впечатление. Потому что. Да. Да, за Day Before вообще забей. Да, не упоминай, не говори такого, не было. Там видел... тоже новая игрушка, называется... Проект LLL. Она тоже многопользовательская, короче, будет. Там вообще... Китайцы делают, намешали пиздец всего. Там и можно будет и в мехов садиться, и ПВП, и ПВЕ, и... Короче, кооперативный режим очень, бля, мне понравилось. Я прям в предвкушении. Вроде в этом году выйдет. Мы купили с Максом ее, но мы бабки вернули. Мы поиграли. Типа, вроде... неплохо, а потом... Ой, так. А у меня есть метка? Она не попала, не. А хуй знает. Ну, я сейчас основные какие не поставлю. Еще уберу. Ну, наверное, да, возврат бабок затянулся. Но Макс уже возвращал после того, как, типа, поиграл в нее больше времени и все такое. Ну, типа, ему вернули. Через Reddit ты возвращал, да, или через что? Ну, я делал возврат, в комментариях указывал ссылки на пост вот этого в Твиттере. Вот. Ссылку на Reddit. Там две или три ссылки я указывал. Короче, вернули. Окошко открою. Чего тут? Подтапливать у меня. Мы живые еще, да? Мы еще живые. Ага. Ага. Смотри, записывай наше количество киллов. Дай. Дай. State of Decay? Ну... Не, ну блин, по мне так State of Decay это больше там зомби выживач такой. Там, слушай... И базу дефать можно, свою убежище, и не знаю, продукты выращивать. Такая, ну хуй знает. По мне она более прям антуражная, что ли. А это тут, знаешь, скрестили и Destiny, потому что вот это есть фишка гринда оружия. То есть ты можешь его прокачивать, затачивать, там, улучшать и так далее и тому подобное. Плюс, ну, стройка как бы понятна.
убийство боссов, вот эти перекаты, сама механика, это Remnant. Короче, ну, скрестили прям... Неплохо получилось, на самом деле, игра неплохая. По мне, у нее есть будущее. И вот эта фишка кластерная, то, что они делают, что, типа, сервер развивается тогда, когда определенное количество игроков достигает определенного уровня, убивает там количество боссов, выполняет какие-то задания. Вот, и... По мне это интересно, ну, прикольно сделали. То есть ты вроде на сервере, вы должны быть все заодно. Destiny, да, кайфовая игрушка. Вот, типа все заодно и развивать сервак, дабы перейти к следующему уровню. Ну и плюс у любителей вот этой вариативности менять сервера для того, чтобы искать себе какие-то события. То есть ты можешь играть там на каком-нибудь сервере, на котором только-только все началось, или прийти сразу к матерым ребятам там и уже развиваться там. Ну, прикольно. А что за на мини-карте справа треугольник красный появился, видишь? А хер знает, не знаю даже. Пойдем или не пойдем? Можем смотреть. Батла 5S тоже. Да, она всегда дешевая. Я смотрю, последнее время ее прям дешево отдают, продают. Я что-то как-то в бесплатные дни поиграл. Не кайфанул особо и забил был. Тогда придем, тут взорвемся. Ну, че, мы тут? Поля. Ничего тут нет. Может, просто отметка какая-то? Ну, конечно, зимой бежать в поле, это прям вообще... Да, это вообще. Самоубийство. Мы не ложки, мы остальные яйца просто. 20-42 за 700. Нет, нет. Нормально, нормальные ценники. Так сейчас же скидки были в Стиме по 4 января, там вообще... Даром отдавали игры некоторые. Left 4 Dead, блядь, 38 рублей стоило. Имя? Да. 26 открыло. О, 26. Я прям по полю дал. Я тут пытаюсь высмотреть движущиеся кусты. Ты их видишь? А, они тебя видят. Ну. А чё ты... Тебе не понравился The Finals? Тарков у тебя нету? Арена, можно погонять, там быстро все ищет. Там катки по 10 минут, ищет катку 2. Типа зашел, поиграл, душу отвел. The Final тоже бешеная игра вообще. Или ты не любишь сильные экшовые игры? Она бесплатная. Ну, она же бесплатная. Попробуй. Очень интересные механики. В плане разрушаемости вообще всего. Вот и найдемся третьего. Там чел. Прямо перед нами. Вижу. Право пошел. Вижу. Он там за домом. О, блядь, метки же есть точно. Налево ушел? Лево? Он нас видел? А убиваться он будет? Он в доме? Да, он в доме, правая, левая комната. Убил? Хорош. Да. Заходи. Заходи. Сколько в него влетело, блядь. Очень много. Ты нормально живой? Да, сейчас я броник у него забираю. Не трону просто, блядь.
которая получается, он где сам шкаф мойки. Под ней такая специальная сушка. Так, я у него прям портфель с него заберу. Давай, давай. Пушку взял у него? А у него... Говно? Я у него всю МП-7 сломал. Ты? Лучший зомбарь, блядь. Они умрут, блядь? Да-да, уходим. Что, куда? Дальше, на зеленку? Или он все залутал? Я не знаю, но у него только броники там, и все. Тир 2. Тир 1, тир 2 броники. Оружие. Ну, было бы хорошо какую-то пушку найти. Да, а не вот эту вот, блядь, щекоталку. Это вообще, блядь, такое ощущение, что мы по нём не стреляли. 70 патронов в него всадил. Так и я фул обойму высадил. Ну. Ну, подвисло, подвисло сыра. Мне кажется, в него-то и не влетело много чего. Так, тут труп есть. Подвесон был. Да. Тир 3 броник я заберу. Чего подвесон? К-12 нашел. Хорошо. Я с жопой чую, что это уже наша пушка. А чё, бутылка сюда нет? Что это такое? Модуль панч. И тут модуль панч. Что за хуйня? Ладно. Ну я броник Т-3 нашел. У него броник какой был? Т-2. Сюда. Наверное, на рюкзак. Так, я чуть перезаряжусь. У меня 25 да, патрон. Я полутал. Не, только в первую казарму зашел. А, это про этот труп говорил? Чё? Про этот труп говорил здесь? Да-да. Оооо. Чё там? М4 нашёл. Снайпу. Хорошо. ППШ есть. Забирай. У меня положить некуда. ППШ и два этих есть. Блядь, закрой. Два барабана. О, я, наверное, возьму. У меня вот такая есть хуйня, но я не знаю, есть она на нее обоймы, у меня нету. Не, нету. У меня есть 5.56, два магазина. Я сейчас сделаю из них один. Ее, если есть, забрать куда? Тут зеленая гора недалеко. Зеленая гора недалеко, пойдем погодимся. Угу. У меня на 5.56 магазин на 40 патронов, если надо. У тебя что? Пятерки, двойки, девятки. А, сейчас, подожди. О, у тебя, вот я тебе могу дать, вот такая есть. Но это, типа, ДМР-ки, там 5.56 подходит. 45 АЦП? А! Не, нет, всё, нет. Всё, всё, вижу, вижу, вижу. Да. Так. Так, я, короче, ещё смогу возьму, чтобы... продать. Так, я пойду дальше.
Давай. О, что-то собрал. А вот эту штуку нас ешь. Не знаю, что она делает. Нет, наверное. Звездочка. А, этот шок снимает, нет? А хуй стоит. Ну давай я на всякий случай тоже. О! Будет поинтереснее, а, только надо обойму все. Так, я побежал дальше пока. Давай. Что. Блять, где у меня была батарейка и нет батарейки? Да, у меня, блядь, ремонт, второй на подходе, а ты покупаешь себе комнату за 6 тысяч. Я два броники собираю для продаж. Помой проще сходить. М? Не-не-не. Так. Да, батареек нет. Пока бегаю, я слушаю тут. Перезаряжаюсь. О, здесь 7416 с барабаном. Это надо. Там, смотри, пулемет какой-то, он не работает. Не-не, МК. Остановись. Да, она не то, что я остановил. Помазнул. Это ты, окей. Может, это санкции? Ибо все жрители вредные. Тихо, кто-то ходит. Уверен? Ты стоишь? Да. Не зомби? Наверное, показалось. Надеюсь. Можно надеяться, что да. Миля! Что ты делаешь? А вокруг тебя вроде никого. Хавать поесть. Место появится. Посмотрел. Ну, рельсы остались. Давай, выхожу. Батарейки лишние нет? Есть. Твою мать. Вообще не помню тоже. Лезет она сюда. Блять, не влезет, да? Сука. Ну, пулемет, вот этот, скорее всего, пулемет не работает. Да, он там не перезаряжает почему-то. Здесь еще одна снайпа, если надо. Мне сделать сейчас секунду. Да?
нахер сюда. Это нахер. Да. Так, сделали. А это full slot. Full slot. Давно сюда. Порох нашел. Блядская мышка, сука ты. Гришин, это не у нас? Ну, блин, относительно недалеко. Еще и ночь. Да, и нам, скорее всего, лучше выбирать на зеленую гору. И там переждать ночь. На 80 слотов рюкзак? На 120. Окей. Ну все, да, больше тут ничего нет, все, что мог собрал. Предлагаю выходить, пока есть время. Ваем. Батареечку дашь мне? Ночное зрение у нас на Джей. Да. А, тут же есть азимут. Ты включен? Да. И метки есть. Все, ты нахуй азимут не нужен. Чё? Метки есть. Что это? Прямо? Ощущение, что в городе едет, нет? Нет, перед нами. Вот ну, тут. Видишь? Или это вертушка, или что? Я не вижу. Уехала, блядь. Я говорю, мне кажется, она просто в город поехала подальше. Вот такой. Относительно.
А ты новый пак с фанти видел? Длинный ствольный? Да, да. Видал. Там очень скорострельная пулька, да. Ну уже на башню, правильно я иду? Да, да, вот туда. На столетие, да, сейчас очень хорошо отзываются о нем. Прям топчик. Упреждение не надо теперь сильно брать. Не сильно помню, что тут. О, блядь, тут танк стоит. Керасия. На нем можно ездить? Это, наверное, антураж. Так, машины. Что тут за тачки у нас? Нет, танков нет. Хаммеры. Автобусы есть точно. И кемперы, жилые дома. Карго-траки. Ну, классические тачки, понятно. Багги есть. Ну, багги это вообще, блядь, ну ты ж дырявый сидишь в ней. А, ну и джипы, джипы есть еще. Да. Ладно. Что нахер продать? Так, могу продать. ВСС-ки. Нахер. Зачем ты разряжаешь? Патроны лишние. Мне просто надо обоим продать пятерок на 30 стандартную. А. Этот. Че, вот этот нельзя продать, что ли? Здорово. Пятьдесят шесть нужны, да? Сюда. Поебись.
Нифига себе, обвесы дорого стоят. Ага. Аммобоксы. 5,56. Короче, только обвесы дорого стоят. Прицелы не очень, обвесы всякие. Ручки. Пушки. Знаете, компенсаторы всякие вот эти вот. Пушки. Обвесы. А пушки? Ну вот, допустим, у меня М416, она стоит 7080, ну, 7830 на продажу. А на покупку 10. А обвесы? Обвес по 3000. Окей. Прицелы тоже, да, дорого? Прицелы по 1000. Вода есть, хавчик есть. 5 патрон, бабки. Так, а сколько бабок? 8000 у меня есть. Так, 8000 с собой еще тут, наверное, есть. Батарейку надо купить. Да, 100 тысяч в этом, на балансе. Я на 24 уже продал. Да, блядь. В смысле, а тут батарейка не нужна, вот этот прицел или чё? Коробку гвоздей продаю. Да, вряд ли, да, мы тут будем строиться с тобой. Построить? Можем, блять, застроить дом. Тут он квесты еще у нас какие-то есть. Mission board. Daily mission. А, ну эти, которые мы там выполняли тогда. Разъебать 10 плееров. Weekly mission. 50 плееров убить. Один плеер, return the mission pack. А ну вот. Возьми квест. Так, ну я, в принципе, две обоймы, 40 патрон, вода. Тут есть наполнить водичку где-то? Наверное. Тут водопой сраный. Вот он, здесь же начал. Ага. Воды всосал. Ну, жмухи летят. Так, вэпон. Я бы что-нибудь купил, конечно, какую-нибудь бы пушку. А, блядь, пушки тут, нихера себе. У тебя много денег? А, у меня, наверное, есть в банкомате. Ну, сотки, дыры там еще. Какой? Да ВСД, думаю, какую-нибудь взять, ну. Хоть снайпу какую-то вторую, нет? Ну, автомат и снайпа. Не знаю. У тебя как? О, мы можем сделать групповой счет. Он 50 тысяч стоит. Или не будем пока? Да как хочешь. Не, у меня этот М-ка и плюс еще снайпа. Ну вот я хочу себе тоже купить снайпу. А у меня вроде хватит. Я хоть какую-нибудь, не знаю, ВСД или купить. Или Мосинку, может. Может, Мосинку? Прицел дорогой будет, да? Да, наверное.
Мосина 762-54. ВСД 762-54. Какую лучше взять? ВСД, наверное, лучше будет. Или Мосинка лучше? Не знаю, честно. Ладно, возьму Мосинку. Плюс охотничий прицел. А где прицелы? Что это такое у тебя? Аттачменты. Где твоя шкатулка? Маза, лозер, скопы. А как охотничий он, блядь, называется? Хантинг, что-то там? Да, конечно, на русском, нет? Да вроде нет. А стой, вот прицел, вот лежит, хоть попробуй, это мой, вот я скинул. Я не знаю, конечно, какой он хороший или нет, но вот... Он не продавался, и я его что-то здесь положил. Господи, разъебу. Куда оно делось? Мне нужна новая мышка срочно. Нет, он нельзя. Не подходит? Не. Охотничий как? Вы купишь его, да? Все, мидшерпер. Вот он и есть, охотничий. Как у меня денег? Ты уже скинул деньги? Да. Ладно. Сколько надо? Да ладно. 2500 я сниму. 2500. Нет, пока этот. Тут же это есть, как его, типа аукцион или как это назвать-то. А, точно. Я сейчас тут этот ратник куплю себе за 10 тысяч. Цены демократичные стали. Ну, я не знаю. Кто-то продаю за 10 тысяч. Надеюсь, я не ошибся, что купил его. Правда, грузит очень долго. А, да, тир 3, все правильно. Сколько стоит? Тысяча? Нихуя себе. У тебя нету 762-54? 762-54. Патроны? Да. Неа. Пачка косарь стоит. Блять, это мало. Много объявлений или чё, он прям долго погружает. Этот шлем продают за 300 тысяч. На Мосинку охотничий надеть нельзя? Нет, конечно, нельзя. Заебись. А чё ты мне это не сказал? Так, не знаю. Спасибо, блядь. А какой мне купить я могу? Этот, ПУ, только и все. Больше никакой там, ну, если, может, плашку какую-то надо, как переходник, если только. Ну, ПУ он такой себе. Да ли мне любой какой-нибудь снайперский, просто, чтобы, блядь, целиться с нее. А вот, можно вот так сделать. Все, я готов. А, хавчика не купил. Где еда? Ремарки, донатор. Одежда. Консумблы. Вафлю она ест. Киртриш шлем стоит десятка, я купил его за 9 черного. Ну, этого торговца. Угу. Пошли жмыхов искать. Сейчас я куплю этот медицина какой-нибудь. Есть? Зелени не смотрю. Будет, наверное. Пропитол есть за 4000. ЕТГ хил инжектор есть. А, мне продается. Какая-то АХФ1М. Ну, пропитол, пропитол надо брать. Вот пропитол можно взять. АХФ1М останавливает кровотечение.
Скорее всего, я так понял, если перевел. Пропитол? Да. Он хил буст дает. А, вот аптечка и фак. 10к стоит. И фак тоже хорошо. Так. Пропитол. Ну, пропитол взял. Фак. Еда, вода. Ну, короче, не знаю, у меня только порох остался, я его нигде здесь продать не могу. Наук выстави. Чтоб с собой не таскать. Пониже поставь, пусть заберут. Это как эти, как хранение, знаешь. Да? И пойдем. Короче, за 20-ку поставлю сейчас. Продать. А где оно тут? А это зачем вообще? Значит, не могу его продать. Так ты Т5 броник купил вообще? Т3. А, Т3. Угу. Я его не могу продать. Что должны деньги у тебя быть в кошельке. А, вот все. Так, цена 20. О, 6Б43, ратник, блядь, 600. Так, все, за 20-ку выставил. Погнали! Блять, задание можно скрыть? Ночью пойдем. У тебя ПНВшки нету? Не, сейчас смотрю, где купить. О, блядь, тут есть белая шмотка? Есть! Паки фул белые или нет? А, есть штаны, но не военные, короче. Пять тысяч ПНВ стоит. Батарейка есть у меня, могу дать? Нет, сейчас. У меня есть. Да, 5000, ладно, сейчас куплю. Убирай давай. Убирай его. А где ты стоял? Бой. Бой. Че, машину берем? Думаешь? Давай пока не будем рисковать. Мне интересно про вот проверить бы дом на колесах. Вот он, что он
из себя представляет? Он реально хата, это в которой можно лут хранить? Нет. Там просто костер, ну, ты можешь разводить внутри машины, и, ну, типа она больше по емкости, все. А. Нет, надо брать бэху и все как обычно. Ну да. Или он армор этот, милитари трак, он газ тигр. Да, это... тут же точно, тут же он они по размеру лута 10 на 30, 10 на 100. Да. Mercedes-Benz, кстати, 10 на 100. Бэха 10 да, на 40. Так я ж тебе... Где, подожди. Ну. Гюнтер, Сарка, Баги, где это? Спорткары, что? Спорткары, листай. А, вот спорткар. Ну, Мерси 10 на 100, блядь. Ну вот, Мерс, мы же тогда, помнишь, Мерс брали? Ну. А Бэха 10 на 40. Да. А нет, цена, просто... цена одинаковая. Не, дороже Бэха на косарь. Пиздец, а почему? Зачем такой лут сделали? Не знаю. Мы же тогда, вот помнишь, ездили, мы на черный Мерс ездили, на красном, помнишь? Угу. С Ваней еще были. 10 на 60 джипы. А, ну только вот эти джипы 10 на 100. А, и гелик 10 на 100. Но он 260 тысяч стоит. Ладно. Ну что, поехали, да. Пошли, поехали. А, а бля, еще ночь. Не вы ночь. Пока побегать. Ну, чувака, ник. Три семерки, сука, три семерки. Осуждаю. Так, ладно, чего, я взял ПНВ себе. Да, все. Ну, можем идти. Можем идти. Раз ты с ПНВ хай, тогда погнали. Жмыхов, сука, искать. Готов? Я смогу, а это прям шок. Ну, пошли, чё ты замолчал? Да тут кто-то странные вопросы задает, а он стримит или нет? Я микрофон выключил, теперь буду жестами с ним общаться. Ясно. Тогда что ты хочешь? Ничего. О, Mercedes-Benz. Чё, ВМС-а? ВМС-а. МС-а. Либо можем по каким-нибудь вентам побегать. Вон King of the Hill километр отсюда слева. О, пошли. Или нет. В принципе, стреляться есть чем. Угу. Это мы так думаем. Чего? Ну у меня этот МКЖ же с двумя обоями. О-о-о! Ну все, идем тогда без проблем, забираем. Ну, аирдроп летит. Куда летит? Не знаю, я просто слышу. Летит. Не, я тоже слышу, но этого нету даже. Маркера дропа. Проверил, автомат по автомату стоит. Все, автомат. Ну что, бля, готов? Да. Сжимай булку. Нет, да, я уже две жрал. Уже пот между булочек потек. Это диск сидит. Я же часы мешаю. Какие игры мы тут играем? DayZ. Алексей, здорово. Мы уже одного типа развалили. Вдвоем. Ну так получилось. Кепку. Охренело, что ли, кепку у нас? Там заряженный был, блядь. Кепку, блин. Там чувак заряженный был. Машина тут стоит в лесу. Две. А, это камни, ёб твою мать. Было...
На запрудном еще. А что, здесь база есть? Или это оно и есть запрудное? Нет, здесь не запрудное, сосновое. А, бля, запрудное 6 км, что ли? Так, сосновое, так оно сейчас... Сосновое сделаем. Вот здесь тачка стоит. Вижу. Ладно. Охуеть, а блин. Прям не палится, да? Угу. Что, на ноге? На ногах. Они же где-то будут в палатке сидеть, да? Да, там где палатка. Конечно, посмотри, сколько будет в зоне. Два. Ну, два. Ну, то есть я зашел, два. Это значит что? Есть там. Один тип? Да, да, один тип. Давай искать. Есть, ну что ты специально сейчас. Тихо, тихо, тихо. Палатки? Скорее всего. Нихуя, это по нам? Да. А как он так видит все? Не, нет. Он может с ПНВ прицелом. В палатках никого. Палатки! Декс, ты где, блядь? Ёбаный в рот. Здорово, здорово всем, ребят. Ну-ка. Тига, здорово, дорогой, здорово. Лёш, привет тоже. Сейчас пока чат не могу читать, сорян. Убил? Одного, да, еще один. Укройся где-нибудь, я хуй знает. Двоих убил. Хорош. 1 километр мне бегу. Да, у него было с этим ПНВ, блять, короче, ПНВ было на это. На есть на что вколоть в кали там все быстрее. Блядь. А чё, я умираю, блять? У меня патронов нет вообще. Их пушки возьми.
Двоих, Юлечка, поняла? Он сейчас мне что-то сказал? Вот этот чел, который умер с одной пульки? Не с одной, ну блин, ну что ты? Ну тут с мышки на километр бежать, так что ждем, блядь. Пожалуйста, ну вот чуть-чуть буквально. Спасибо за фоллоу. Все, я в зоне. Здорово всем, здорово, ребят. А где мой труп? Их всех разлутал, что ли? Здесь где-то. Вот он хоть. Ага, вижу. 50 ляж, я не знаю. Там. Все, все, все. Спасибо за фоллоу, ребята, добро пожаловать. Пушку ты у меня забрал, да? Пушку, да, наверное. Окей. Okay. Давай что-нибудь я скину, я не знаю. Да, блять, выключи ты эту хуйню нахуй. Топаешь там? Да, да, я да. Пушка мне автомат подвисла. Скидываю здесь, но вот так у меня только есть. Вот так еще. Зарядиться надо будет чуть-чуть. Вот так. И. Пока подзаряжайся, я это. Я сейчас прикрою. Забери здесь на мне здесь, короче, две пушки тир 4 броня. Сейчас пойду. А чё, мы захватили? Да, да, захватили, захватили. Тут две пушки, тир 4. Я просто тир 5 себе взял. Окей. С этого. А у них тир 4 был, второго типа, который я разводил. Там две пушки. Можно одну взять, наверное. Одна не очень. Что-то едет? Не слышу. И
И надо будет в сторону зеленой горы снова, потому что... Ну, у них ключей ничего нету. Блять, у них чуть... Ну что, ну чё, прицел, ну что, тебе прицел нужен? Что, ну прицел, прицел. Так. В каком в том? Кого матрешку делали? Обоима. Я тут. Всякого говна. Слышал? Набирал. Да, мне кажется, пора валить. Пока можем. Надо уходить. Пойдем. Я готов. Все здесь забрал? Рюкзак не будешь забирать? А что там, блядь, хуйня какая-то? Не знаю, какой-то рюкзак. Ну, раз он здесь. А хотя, да, 80 слотов. Все, выходим? Да, сейчас. Какие-то патроны нашел. Я тебе уже выбежал. Так, ладно. Ходим, 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 ходим. Давай, 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 я жду. Я разъебу эту, блядь, мышку. Я его убил последним патроном. У меня был просто последний патрон. Да. Если бы я его не убил, я бы сдох. Понятно. А еще, скорее всего, повезло то, что он не выключил ПНВ и наступил утро. А перепрыгнуть? 4-4 одел? Да. Airdrop 7.7, ВМС 2.4. Куда идем? До зеленой горы. Продадимся, да? Ну, да, потому что я полностью шел забит брониками, тир 4, шлемами. Смотри, на шоп. Патроны. На подходе. Пропитол теперь заново нужен. Он, короче, с какой-то Delta 5 Pro стрелял. 338 лукоаманный калибр. Чем прицелом. Ну чё, 308 это заебись. А 300-ки патроны это хорошие? Я не помню. 300. Просто 300? Да. Точка 300, Blackout, картридж Houston, Select Rifle. Все, теперь можно продаваться, покупать Mercedes и ездить. Блять, говори. Точнее, можно сейчас купить Mercedes и C4 сохранить. Тут сошки можно выставлять? Да, вроде. На Т нет? А, на Т метка. Не знаю, надо смотреть на свой. Как я настроился, я готов разваливать. Ты ложки, ложки. У нас никто никогда не верит. Я просто чувака поздно увидел, который он, короче, сидел рядом. Он в палатке, или да, или. Он рядом с туалетом сидел, я только голову успел увидеть, и он резко выбежал на тебя. Что его там этот? Но ты его, видать, наколошматил, потому что я его очень быстро сбил. Я со вторым долго стрелялся. Угу. Полторы обоим, пока он... А он далеко в лесу бежал. Был, да? Да. Он там в лесу стоял. И я пока он бежал, стрелял. Он подбежал, там крутились, вертелись. Так, давай вот здесь раскидаемся. Не знаю, может, он пушку возьмешь из стены. У меня есть, все нормально. Снайпа, не снайпа, все есть. Да, все есть, прям хорошо. Okay. У меня типа из снайпы какой-то ДМР-ка Вултар на 308-х. Блять, ну тут ДВЛ-ка, я не помню, как она стреляет, хорошо или нет. О, это ДВЛ, я да, что? Я помню, как стреляет ДВЛ. Ну я знаю, на автерматче она не очень хорошо стреляет. Да.
Так, еще у меня есть тир 3 карта от НИАФ и ВМС. Открывает эти. А сейчас на ВМС пойдем. Так. Так, это тир 4, да? Да. А вот у меня обойма на Вольтар ДМР есть. Можно найти? Давай. Я, видать, оттуда. Я у тебя котелок на башке. Да, только без ПНВ. Это тир 5. Вулкан 5 и... О, это и от ТВ мини протектив вест тир 5. Сейчас я проверю, сюда можно. Вот этот Дельта 5 Проклор. А, вот еще обойма для себя. Если ты с этой пушкой бегаешь, со Скаром же, нет? Да-да. Вот еще есть вот 308-е. Вот 308-е. Больше, наверное, нету. Мы заберем. А, вот на еще доп-глушитель на ДМР-ке. Тоже пригодится, наверное. Цел, конечно, на нее X4, это, блядь, божественно. На кого? Ну, было у чела на ДМР-ку. Ты ночной одел, что ли? А? Там стоял. Я сейчас... Да-да-да, стоял. Я сейчас пока засуну. У меня Т4 еще шлем, еще один есть. У меня еще... У меня, знаешь, что еще? Тир 4 броня... Тир 3 шлем и тир 3 броня. А что, ДВЛ-ка реально тут говяно стреляет? Не знаю. Просто, блядь, 338, я вот не помню. По-моему, на этом сервере она нормально бахает. А, нет, Тата стреляет 308, а это 338, да? Да. Лупломанно уже? Да. 338 же круче? Да. Вот что оставить, блядь? Не знаю. Хочешь, попробуй, но... Но я в нее не верю, да? Да, я в нее особо не верю, но хочешь попробуй. Я не буду тебя как-то отговаривать. Ты пока не попробуешь, не узнаешь. Но у меня это тоже глушеное. Ты же да, мне дал глушить. Ту передергивать надо каждый раз, а это будет как ДМР. Угу. Наверное, все-таки оставлю себе винчестер. Более популярные патроны. Продаж. Или на черном рынке. О, я вот не помню, где она и что. О, пошли. Ну, вот сейчас можем на ВМС ходить открыть этот ящик. Ты помнишь, где он там? Ну, внутри, сразу на военке. Так, ты не знаешь, где снимать. Сходить, мы поедем. Как хочешь. Могу продать, так. Так, ладно, купим за это. Да, ДВЛ-ка не продается. А в этом ее продай. Ну, на аукционе на этом выставь, просто подешевле, все. Помнить докупит. Более, если она здесь не продает, значит она только на черном продается. Да тут мы пока еще не доросли чуть. Сколько их там? 8. Thank you.
Да ну неужели на нее не засунется? О! Ночники тут продаются? Нет, в электронике. Электроника где? Вот тут здесь у меня. Узах. Так, мне теперь нужен ремешок для ПДВ. Шмотки. Броники продаются тут? Не все, но да. Ну, если что-то не продаются. Так. Ваше объявление. Как тут что ставить? Продать ТКД? Продать. А что, он только себя продает? Ну вот непонятно, как он там делает. Я порох мне пришлось в руки брать, чтобы продать. А есть тут самая цена? Низшая цена продажи 15. 14. Аукцион, блядь. Низшая цена продажи. Не продается? Почем ДВЛ продать? Блин, не знаю даже. Ее нет просто, типа. Ну посмотри, сколько. Я вообще не знаю, это. Двадцатку выставлю, знаешь. Двадцатку? Мне кажется, это очень мало. Мало? Либо я тебе говорю, давай купим бэху, и в нее сложим весь лут, ну, который. Потому что у меня два броника не продаются. Я не знаю, куда их девать. У меня есть еще какие-то инструменты. Газовая горелка, пакеты каннабиса, два штуки. Какие-то гайки, болты, обойма на ДВЛ. Я учил агиль белый. Не. Ну, он за меня стоит. Прикольно. Так себе. А мы во всем черном. Т4 шлем сколько стоит? Ты за сколько купил? 10к9? Т4? Я не покупал. Я Тир-3 был. А Тир-4 я с этого выбил. А Т3 за сколько купил? За 9к, да? За 6 вроде. Либо давай это все выставлять, что мы можем на продажу. Я сейчас тогда броники продам. Еще два ножа.
Реально, чел во всем белом охуел. Дельта 5 Pro у меня снайпа, который я взял у него на 338, она 50 тысяч самая низшая цена. Угу. Продался, что нет? Квесты сдай. Я квесты не брал. Понятно. Я сейчас бы получил бы еще. Да. Сейчас бы получил. Так, у меня еще есть обвес, который, наверное, может тебе подойдет. Давай. Вот это посмотри. Не, у меня тут другой. Вертикалка какая-то. А, ну ладно. Можно, можно продать все. Да. Давай. Куда мы будем? Такая еще штука. Возьми себе. Чё там? Завтра поиграем. Это крутая штука. Где папа? Так. Что-то нос. Иди вон. Вот иди. Вот. Иди обойди. Бляр, панчик. Я готов. Обоему на Дельта 5 Pro. С обоему сложновато как-то. Троицкая милитари, бля, все далеко. Ух ты, это там раскил. На зелено. Ну, блин, я тебе сказал, что рестарт через 20 минут почти. Хочешь не выходить? Нет, то, что типа сбегать
забрать все это. Ты ж там можешь выбрать. Ну, пушку выбрать свою, и на нее сразу тебе покажут, что можно ставить. Как сделать? Заходишь, опции так. Фильтра, так. F, и выбираешь пушку. Обвесы, патроны, магазины. А, все нашел. А, тут только, короче, тут нет магазинов. Ой, блин. Ладно, потом я постреляю. О, идем на зеленый или не идем? Стреляться? Ну, блин, там этот... Я говорю, рестарт сейчас будет скоро. Угу. Сейчас все пропадет там. А мы тут такие опы. Можем сходить, посмотреть аккуратненько. Сейчас я пушку попью. Вон, shooting in Zell, don't kill me. I'm Freddy, ты его как... Короче, по нему кто-то стреляет. Угу. Можем пойти его спасти. У меня ничего нет. Пошли, сходим, посмотрим. Ну просто на King of the Hill мы успеем, если только на тачке. Да, мы не успеем. Просто я еще переживаю, сейчас тоже сюда на зелено пойдут пацаны. Да давай, чё. Ну и блин, чё первый раз терять всё? Да нет. Ну вот. Я говорю, просто можно было бы, допустим, купить тачку и скинуть туда там вот, видите, всякие броню, ну запасные типа, знаешь, вещи. С тем же оружием, еще что-то, чтобы если вдруг что. А, хотя чего? Это не важно, ничего. Да мы, блядь, тут час зашли, у нас все есть. Это перестрел, слышишь? Да, да, да. Ну вот эти пацаны в белых костюмах, это, конечно, нонсенс. Я всегда не понимал, зачем белые дебиты обычно на зимней, на летней карте. Теперь понимаю, зачем не на зимней. Угу. Черные. Ух ты, бля. Перед нами где-то он там. Да. Давай через лесок пойдем туда налево. Ну я бы сказал, где-то там. Вон там, мне кажется, нет? Вот там. Наверное, с амбара. Березина самолет. Мы тоже не успеем. Но я 1-2 снаряда выдержу. Терпеть. Дальше я не уверен. А, вон там тело бежит. Вон там. Вон. Сейчас, поднимайся. Вижу. Вон там, вон там. Метров 200? И по нему как раз таки, скорее всего, стреляли. Отсюда слева откуда-то. А может и не... Бля, в поле нам останавливаться, стрелять. Кто? Это не я. Сзади по нему где-то стреляют, нет? Да, вон. Нет, подожди. Нет, это хуже. Бро, мы в поле, хуёво стоим. Где в поле? Чел, вот с моей стороны. Идет вверх, поднимается. В белом геле, блядь. Не вижу. Не видел.
Так, неужели засел где-то? Ну я реально не вижу, я уже пересмотрел в белом геле. Он все равно чуть белее, чем снег. Вот я его и увидел. Че, он заднюю дал? Я и того теперь не вижу. Я боюсь, сейчас меня сбреют. Не убегай далеко. С какой-нибудь елки нахуй. А, тут тачка стоит. Накрытая? Да. Ну, накрытая, ладно. Я чё без ног? Я к тебе перебегла. Блядь, смотри, у нас тут где-то чувак. Миля, ну и миля. Тачка. Едет, стоит. Вот, едет. В лес заезжает. Идем за мной. Идем за мной, бро. Иду. По азимуту на Е. На этот еду. Зеленку. Не вижу по полю машины. Где-то уже тут должны быть. Должны быть. Юнтер был. Черный вроде. Странно, не вижу. Не вижу. Вообще, елки, блять. Ладно, пошли зеленку смотреть. Бля, ну чела я этого потерял в белом геле, это жесть. Какие надо? 5-6. Не, я продал. Вторая обойма есть. Я вообще никого не вижу, ни геля не видел. Белый гель, смотри аккурат. Я хуй знает, где он. Он прям в этом леску где-то бежал или вверх бежал. Просто есть подозрение, что он пробежал и развернулся на выстрел и ушел назад. Либо где-то на краю сидит в елке. Со снайпой. Все, все возможно.
тут любят посидеть. Где-то прям... с правой стороны зелено, нет? А будто бы да. Там в районе этого железной дороги. Пойдем в зелено. Да нету смысла, блядь. 15 минут. Хотя можно пойти попробовать, я не знаю даже. Вот выстрел был, этот килл был? Нет, вроде. Можем крутануть с той стороны, со стороны железки зайти. На зеленку посмотреть. Тут нихера не видно. Со стороны железной дороги, со стороны амбаров. Там лесок. Ну ладно. Лейнки я вижу. Окей, тогда смотри. Просто стреляли, вообще такое ощущение, что где-то вон там. Последний раз. Кепка бежит вон там. В зелено спускается. О, прям на метке остановился. Я не знаю, сколько до него. Попробуй? Нет, все, побежал. Ты? Да. По нему? По нему. 400 метров. Рядом? Как будто бы. О! Где? Ты его убили. Уверен? Ну, килл фит был справа. Ну, трупа увидишь? Нет. Что он бежит. И ты бежишь. Да. Просто если так, то где-то вот там его убили. С этого, с француза. Так, что Дорик там пишет. Я не вижу эту кепку больше. Да его горхнули, блядь. Сидим в ёлке, блядь.
у нас на ВМС как ключик? ВМС и аэропорт. Что? Ого. Пойдем? Да, что за пиздец? Арестор 10 минут. 10. Я думал 4. А где это открывают дверь? Тюрьма зеленая. Первый этаж. Бля, ну там чел положил троих, ты видел? Нет. Один и тот же? Ну да. Прям, блядь, зажим был такой, что ну мама не горюй, на все бабки. Пойдем еще два фрага мы подарим. Эй! Надо его распетлять. Какой петлять? 10 минут осталось. Ну, в смысле, пизды ему дать? Понятно, что пизды дать просто. У меня времени нету. Фраг тоже дарить ему такое себе. Че стреляет? Смотри, сильно не торопись, осмотрись. Стреляю, да, он, наверное, может зомби да, отбивает. Гранаты здесь еще есть. У меня тоже. Как думаешь, где он? В тюрьме. Внутри? Да. Ты видел? Его? Да. В дверях там стоит. Вижу чела, убегает. Где? Через железку. Да. Через железку. Блять, он меня сразу увидел, нифига себе. Убивай того, что этот. Я попробую этого. Я попал разок. Захилься. Да, Эмилия. Попал? Попал в него? Да. Убил? Нет. Он в дверях? Нет. Аккуратно. Где он был? Он там, на лестнице. Это граната моя. Он там. Аккуратно. Есть граната еще? Только аккуратно. Гранат. Есть. Я первый потом залетаю после гранаты. Она отрывается, я залетаю в терпеть сразу. Готов? Да. Наверху, что ли? Да, наверху. Аккуратно. Хорош. У меня пушка заклинила. Так, я жду еще сейчас людей. Сейчас, а я хилюсь. Давай. Проверь, дверь открыта. Закрой входную дверь и попробуй этот.
Тюрьма это открывается? Блять. Открывается. Есть там лут? Или он забрал? Да он забрал, наверное. Топоры, молотки, блять, хуйня всякая. Тихо-тихо-тихо. Ты что делаешь? Тут еще чел. А что ты здесь делаешь? А? Ну, что, собираю все обвесы? Давай. Забирай. Слушай только. Тихо, тихо. Я не слышу никого. Ты топаешь? Да, 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 да. Ты открыл дверь? Я закрыл. Да, не вижу никого. Был на этих. Есть, есть. Где он? Он там за ящиком. Ровно за этим. Пам-пам-пам. Контроллер, я попробую его. Блять, я только навелся на него. Сука, пиздец, блять. Лейла, привет, дорогая. Я только прицелился, суку. Ай, бля. Чё, фу, Дейс, классная игра. Ай? Ой, бля. Ну чё, теперь кто первый раз зайдёт, игра, блять. Ну? С нас 0.5, ждём. Сука. Пошла? Прибавь меня чуть. Да-да. Думаю спать ложаться. Окей-окей. Сколько минут тебе надо, блять? Ну, пизда будет прикол, если я зайду, меня убьют. Я прям на железке вышел. А ты слева, что ли, туда бежал? Да-да, я его увидел возле вагонов.
Куда ты закрыт? Заходи, блядь. Пошло? Нет. Но сервер уже включили, но пока угу. что. Мне это говно обойму сломало, блядь. По факту у меня одна обойма осталась. Ну нормально тебя всандалил, у тебя крови, блядь, было. Блядь, меня благо терпеть спас. Ну. Там, видать, в голову прилетел сразу, я же с головы поднимался в прицеле. Медленно. О, заходит. Да. Ой, блядь. Так, я могу либо остаться наверху, посмотреть. Если да. Вправо. Попробуй. Попробуем, попробуем, я не знаю. Раулить его надо, лежать, блядь. Давай еще очередь. 80-й, да? Сразу альт в 4, да. Надо еще потом будет посмотреть после минут через 10-15, сколько еще человек на сервере. А, там же в игре можно посмотреть все. Включайтесь, так давай. Так давай. Пускает? Ну, я еще, ну, как бы, типа, подключаюсь. А какой очереди нет? Тут, наверное, специально этот рюкзак уменьшили, чтобы бошку было видно. Какой? Ну, большой, на 120 слотов. Наверное. Да, Юль спрашивает, что у тебя как там с дипломом? Восстановил? Еще нет, 15-го, с 15-го числа там подача заявлений. 15-го числа что там подача заявлений, кажется, еще нет. А, он да. А то он уже на прием к тебе хотел записаться. Да, хорошо. Пусть чуть подождет, я вспомню, как делать. И ты вырвешь ей все, блядь, без наркоза. Потренируюсь хоть на бабках. А. Ну да. Я ревизию делаю каждые полгода. Молодец, молодец. О, захожу. Один, я первый. Каждые полгода к врачу, да? Ну вот я каждые полгода делаю. Молодец, молодец. Ладно, это останется. Сережа, а ты кем будешь? Зубным техником или стоматологом? Стоматолог. Стоматолог. Это который чистит зубы? Который пломбы ставит. Который пломбы ставит. Пломбы ставит. Короче, этот обычный стоматолог. А есть необычный, блядь? Ну, есть техники. Так, тишина, тишина в библиотеке. Есть которые что? Зарабатывает. Которые деньги зарабатывают? И Сережа? Есть техники, которые много зарабатывают, а есть Сережа стоматолог. Не, ну это ж неправда. Стоматолог, стоматолог стример. А есть Сережа, да? Красивый стоматолог, да? Я буду говорить, откройте ротик. Откройте ротик. Да, именно так. Не забывай, в первое время, первые секунды он не проходит. Секунда, две. Поэтому если он появится, не начинаешь пулять. Или начинай, не знаю. Катов не было, ничего не было. Просто интересно, он зайдет или нет. Вот в чем прикол. О, я вообще в другом месте появился. Меня выкинуло из тюрьмы, я появился, блядь. Охереть. Будет прикол, если этого, блядь, заспавнит в ящике. Нет, нет, ты появился на своем месте? На своем. А я закрыл.
Может, это из-за здания? Лут пропал? Захиль, захильсь. Если есть чем. Нет. Он же сидит, да, вышел? Кто? Мой чувак? Да, да. Прям тут вот. Нет. Сереж, что там появился, нормально. Ну, блядь, жди, потому что киллов было очень много здесь. Чувак, посмотри, сколько трупов здесь нахерачил. Сейчас сюда 100% люди придут. Неужели не зайдет? Зайдет, зайдет, очень. Я ты, бля, ушел. Или ты его контролишь? Я не ушел. Меня ж откинуло, я ж тебе говорю. А, ты, да, ты просто сзади, это же не в тюряшке. Да, я прихерил. Здесь сзади вообще. Может, потому что там эта комната, и поэтому нельзя там выйти. Хер его знает. Может, здание забагалось как-нибудь. Посмотри, сколько игроков. 38. Просто если вдруг он вылетел на военке, то может быть его тоже куда-нибудь перекинуло в рандомное место. Я не факт. Блять. У меня места нету нахуй. Вообще просто нету. Залутаешь, блядь? Я, блядь, 3 пушки, 4 пушки с него поднял, блядь. Я бы, если честно, пока время есть, сбегал бы до своей зоны, все это продал бы, блядь. Побежал бы обратно. Давай. Это, сука, мой килл. Ты обратать будешь? Я на него, сука, навелся. Если хочешь, останься, я сбегаю. Да нет, вдвоем пойдем. Да ладно, сейчас так ждем. Что будет прикол, если он где-то реально вылетел, блядь. Кепка. Где? Дай метку, я мне ее убить надо. Возле церкви, вот. Что это было, блядь? Ты стрелял? Это два. Это кто-то его убил. Нет, вот он бил. Вот он. Что, не видишь, что ли? Вижу, он убегает.
Мя... Что? Тебе стреляет? Это я стрелял? Убил? А, это... вот это этот, который я убил. А, блядь, короче, тип на втором этаже, этой. Что? Тип на втором этаже. Полицайки? Да, да, тюрьмой на втором этаже. Это зомби. У тебя зомбак? Да-да. У меня бы он высунулся в окно, если что. Кто, чувак? Да. Не видел. Ты увидишь? Не, он с моей стороны, да. Угловое окно. На втором этаже? Да, да. Вот это. Сейчас, сейчас, сейчас сниму. Уже нету его там. Ебать ты дал, блядь. Ну это не он, там еще один. Убил? Я не вижу. Они что, блядь, здесь и вышли, что ли, или что? Там бункер, вроде бы. Пойду проверю. Херищ. Боже мой, какие они залутанные. Но какое у них говно. Подбегаю. Да. Надо, не забирай. Оружие бери, а весь собери. Короче, пока мы здесь сидим, я перезаряжусь. Только слушать не забывай. Никто не бежит? Непонятно. Ты
О. Готов? Ну, блядь. Выбора нет. Выбора нет. Выбор есть. Ты первый. Да. А у тебя звездочка осталась? Да. Хилка еще есть. Да, смотрю первый этаж. Понять бы, где сброс. Идет по полю чел. Кепка. Зомбаря убил. Чела не убил. Ну там же был. Наверное, за эту хуйню забежал. За эту вода. Вон он, в сетке. В эту хуйню забежал. Все. Хорош. Аэродроп 400 метров. Да, пойдем. Да. Титана, из титана, блядь. Титановый, ну все правильно. Нет, ты говоришь, либо вы чё? Вот, а я тебе подтвердил, что у нас яйца титановые, стальные титановые, бриллианты, рубины. Знаешь, бриллиант очень крупный, а титан. Мне зато дорогой. Ну, сейчас проверим, я с бриллиантовый. Смотри, лес сразу тот, через дорогу, через дропу. Там зомбарей очень много. Меня еще вот этот волнует жмых, блять, который вроде зашел или не зашел, которого я так и не увидел. Вот в чем дело. Подвесоны пошли. У меня нету. Зомби бегают, кстати, нет? Да, они такие психопаты. Я вот что делать, перестреливаюсь всех.
Минус 4. Это минус 4. Зомбаря. А, ты зомбарей ты отстреливаешь? Да, ты не слышал, что ли, Даш? Вообще не слышу. Ни одного выстрела не слышу. Я перезаряжаюсь. Угу. Давай тогда подожди, сейчас стреляешь. Где там сидишь? В продуктовом. Сколько осталось там, не вижу. А, вижу. Много еще? Не вижу больше. Еще половину увезу. Не, нет? А, вижу, это? Вижу, вижу. Есть, вот еще бегает. Через дерево, прикинь, пульки не летят, это прикол. Давай я стреляю. Давай. Сейчас, если чек, мне не получится, не буду. Переживаю, что еще могут зайти пацаны за своим лутом. Что там? 4-3 карта от Рига, гранаты, каннабис, 2 ВМа. Не надо, ну, если есть место, забери, продадим. Нет, нет, нет. Блять, граната была. Откуда, блять? Не знаю. С лесу? Да. Я ухожу. А, вижу, вижу чувака. Дай, убей ты его, он, блядь, прям ящика. Ну, хромой, у меня нету, просто патрон закончились. Он хромает, он вот, тяжелым. Я не вижу его. Вверх пошел. Вверх? Вроде вверх. Вот здесь в вилках. Ты? Нет, 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 не я. Хорош. Он не стреляет. Откуда? С леса, да? Да. Сейчас я хили заберу. Я правей кручу. Меня был по лесу. Я кручу справа, попробую выше его встать. Да, 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 да.
Короче, сейчас просто по елкам постреляем, может он задвигается. А ты? Да-да, я же говорю, я по елкам постреляю, может он задвигается. Я не вижу. Не вижу, блядь. Я уже все елки оббегал. Там откуда он тебя мог видеть? Пытаюсь поискать вверху, но не вижу. Пяу, нахуй. Бил? Да. Вот лиса, бля. Есть место пушку забрать? Боже, у него столько патрон. Никс Фокс. Пушки обоймы позабирай, я не знаю. И съебываем продаваться, это вообще жесть. Вот эту пушку забери, М4А1 ее продадим. Банан лежачий. Вот как его, блядь, заметить? По зеленым штанам. Да? Нихера себе, ну. Ну понятно, кто сюда ходит, блядь. Хуеть, так базу построил возле зеленки и тусуешься. Понятно, мои лохи.
есть у нас титан, вот у меня есть, это понятно? Хм. Это с Бартом, прилетит нахуй одну пилигу. Чё, у меня титановые яйца, я помню. У меня титановые яйца, я помню, что это. Напомню. Да не, я уже выходить буду. Надо уже идти. Да, я тоже, наверное. Бля, ну поле. Мы с тобой как всегда. Со своими яйцами. Полевыми. Угу. Да вообще. Ну. У тебя сколько киллов? У меня 3. Ну, здесь 3, и там плюс еще 2 было. Да. Ну вот, видимо, на соло дуо трио ложки играем. Ты туда зайдешь, и там пачки читеров. О! С жопы прям. Мы на это не купимся. Ух ты ж, бля. Сейчас раскидаюсь и разрешусь. А у тебя что это за пушка снайперская? Значит, каких она? 338. Опа, магнум. Угу. Я сейчас на ВМ поменяю, потому что здесь была ВМ с обоими. 400-ки? 338. Тоже 338. Угу. Я тебя просто с собой, может, на каждый патрон дёргать. Don't fucking park in the middle of the safe zone. Lock your fucking vehicle. Блять. Больная надпись. Lock me. Так. 308. Бля, ну мне не очень понравился 308, это пушка. Как-то не внушает доверия.
Господи, прицелов миллион. Я ВМ не могу продать. Не продается здесь? Да, могу тебе дать, если надо. Да я, может, с ДВЛ-кой попробую. Хочешь ДМР-ку тебе дам на 308-х? Не-не. А еще одна есть. У меня две их. Еще на черного сгонять. Ну не сегодня уже. У меня доктагов я насобирал. Они же там по пятерке вроде стоили или что? А я, кстати, не мог доктагами снять почему-то. Мы же не будем на ойл-риге летать пока что. Что? Ну, эти... Как в Расте, знаешь, там есть нефти эти... Нефтяные базы, типа. На воде. Вот, здесь тоже две штуки. У меня от одного ключ-карты есть. Так. Она у этого стоит 350 тысяч, самая низкая цена. Да не будем, если, наверное, не пока. Я ее продам. Не знаю, за 200 поставлю, да? Да? Не думаю, что мы будем этим заниматься в ближайшее время. По 338 патроны не купишь, да? Ну, у меня есть чуть, могу цепать. Вроде нельзя. А, или есть, подожди. 300-ки, болты. Обоймы нельзя купить здесь, заряженные. Не, нельзя, 338. 308. Да, даже выбрать нельзя, типа ДВЛ патроны. Я цепусь. У тебя много? Какую десятку? Только ты не передо мной стоишь. Спасибо. Граната нужна? Да? На две. Админ появился.
По нашу? Не каркай, блядь. Что это уничтожен был? Может, не все забрал? Я это не все забрал. Квест создай. Конечно же. 16 000 у меня получилось. 105 800. Что тут пачки патрон по 80. Ну все, в принципе, я готов к следующему забегу. Это сюда. Гранаты это. Патроны есть, это есть. Супер. Даже теплачок есть. Ого. Лексич. А. Смотришь на меня? Нет. Так. Еба, у меня все пофиолетовело. Затянешься? Давай. Это жесть, бля. Все фиолетовое стало. Да разу хватило. Приход прилетел, блядь. Это как с фильтрами игра? Как с фильтрами? Привет. Походу, да. Ой, Макс! Здорово, шехмейт. Это еще один Максончик залетел, Дейс. Кого там? Я его и блеванул в этом. Докуриваю, блядь. Что там, где? Здорово, дорогой. Дейс, да? Чё, нормальная тема? Периодически зависаем. Так, с этого калаша надо убить чувака одного. Именно с этого калашка, да? Да. В 2008-м, да? Предложи альтернативу, бро. Любой системы АК, и там и факт дают, и пропитол. Альтернативы нет. Это следующий квест, что ли, или что? Да, но я не буду его просить. Да в сраку. Ну, в смысле? Так ты предложи альтернатив. Покемон онлайн, да? Ну, не. Чё ты, чё? Альтернатив нет.
DS есть DS. Была надежда на у ребят на The Day Before, но такой высер получился, что, блядь, пришлось вернуть игру. Ну, Finals же это экшен. Я ж по выживачам, мы вот, дружище, сидим. Любим такое, нервы пощекотать. Жопу погореть. А тут как бы и PvP, и PvE, и... Ну, больше PvP мы все-таки вкидываем. Мы тоже в The Finals играли, и в Hunt играли. И о Таркове даже думали, блядь. Да ну нахер, не, все, пойду солянку варить. Давай. Один? Один, а что делать? Я купи машину, спрячь туда все. Денег нет. Да. Ну, ну давай, если ты мне скинешь бабки, то я куплю. А что, у тебя сильно много всего? Если, если мы тут еще играть будем. Я ж не знаю, когда ты еще зайдешь. Мы на базе не дрочим никогда. А, чего? Ну, зайду еще, конечно. Когда? А, да не знаю, может завтра. Посмотрим. Просто мы могли бы сейчас купить машину и все туда скинуть, и я тебе ключ бы отдал бы, чтобы с ключом не сдохнуть. Так а тут же нельзя машину оставлять. Почему? Вон стоят же машины. Так страшного. Нельзя, написано, что не оставляйте. Долят нахер. Он локи. Don't fucking park in the middle of the safe zone. Вроде нельзя. Ну, в центре safe zone. Нет? Написано middle. Нет? И что? Ну да, middle в центре. Ну, вроде в правилах было. На дорогу. А у тебя много чего терять есть? Или ты все равно пойдешь это? Давай просто ты заберешь и все. Давай мне. Давай вот это. Human нормально, но это... перестали играть, чтобы не портить впечатление, когда игрушка выйдет. Там такого все. Понапихали всего, короче. Нет, стоп, подожди, это не бери. Вот так прям забери. Вот Destiny, это. Division. И вот это. Сможешь все это забрать? О, блять, оно в кармане лежало, да? Да-да, просто карман проще забрать. Батарейки, самый важный лут, блядь, который еще потом 10 лет. Ну и все. Сможешь все забрать? Вроде да. А я побегу, попробую еще один золото. Чем батарейки у меня не забираются? Это что, трэш такой? Вообще не могу батарейки забрать. Зависло? Они двойным кликом не забираются. Прикинь, в Destiny продал акс свой. Нормально продал? Десять тысяч часов. Забрал? Блядь, я еще накуренный, сука. Давай, бро, я в тебя верю. Блять, небо оранжевое, нахуй. Снег же голубой какой-то. Почти пол ляма, нихуя себе, нормально. Есть же такие люди, которые это все покупают. Всегда удивляюсь. Ой, ладник, пошел варить солянку. Давай, давай. Поснимай там это, ролики позаписывай, как ты будешь жмхов разваливать. Я как записывать? Ну, GeForce Experience там или чё. Ну, откатами позаписывай, потом на ютубчик повыкладываем. Надо было раньше говорить. Ну, да, без лоха и жизнь плоха, тут правда. Ну, и, блядь, у этих лохов-то еще на удивление бабок дохуя, понимаешь? А в GTA-то я играл, потому что бабки платили. Так что, поэтому... В DayZ играю, потому что нравится. Отмазался. Ну. Да, как он открывается, я забыл.
Ctrl-Shift-Z? Нет. Ctrl-Z. Нет. А, по-моему, просто Alt-Z. Alt-Z. Нет. Че, перестал платить? Перестали. У меня Alt-Z, Alt-Z открывается. GeForce Experience. Он у тебя включен вообще? Да, да. Должен. Я сейчас проверяю. Ой, так, а как те настройки? Alt-Z. Так, ладненько, Максон, тогда я побежал. Ребят, сегодня нет. Сегодня нет. Сегодня уже точно нет. Ты спи, у тебя все равно... Сколько у тебя уже времени там? 12? 11, да? Сейчас 20, будет 12 ровно. Я пришел, ты... Так я уже 3 часа посидел, пойду уже поем. Ладно, через полгода еще зайду. Да мы же, если что, в Дискорде, Максон, так что тоже залетай, пиши, если не забывай. Рад тебя видеть, Серега, в любом случае. Я периодически, сейчас редко стримы запускаю. Ну, периодически, редко, но метко. Будет время, залетай, конечно. Всегда рад видеть. Всегда рад видеть.